Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами Спекер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания, максимальной сложности без смерти. 95-я ночь, 96-я ночь выживания, нам осталось прожить ровно 4 дня. Ровно через 4 дня на рассвете будет 100-й день. Но что будет происходить за эти 4 дня, никто не знает. Даже я, дорогие друзья, у нас уровень... 6-й бессонницы. Туземцы прут со всех щелей. Я уже, знаешь, уже не в состоянии делать стрелы, броник, железный броник, потому что они реально меня атакуют. Они прибегают, меня бьют. Но ты понимаешь, к чему все дело близится? А есть человеческое мясо? Вот знаешь, именно сейчас я готов сожрать 5 кусков человеческого мяса. Ой, стой, секунду, практически костер прогорел. Так, а что, где уголечки? Уголечки нет. Мне нужны срочно уголечки. Туземцы, вы где? Бери вкусняшки, бери попкорн, наше выживание продолжается. Я должен прожить эти 4 дня достойно. Ну-ка, погоди-ка, мясо хочу съесть? О, подняли себе жизни. А сколько времени сейчас? Так, я пить хочу. 11 вечера. Так, уголечки закидываем быстренько, быстренько. Но! Успел, все нормально. Я сама сойду за 4 дня. Я пить хочу, погоди, я хочу пить. Я очень сильно хочу пить. Так, напились, а наелись. Хочу бананы, хочу шишки. У меня вроде бы это есть. Мясо испорчено. Вот банан есть. Это съесть, шишку съесть. Тут нам добыть. Сейчас, знаешь, опасно что-то добывать, потому что туземцы прибегают. Они меня калашматят со всех сторон. Ночью, понимаешь, сейчас будет ночь. У меня... Я не хочу спать. Я сейчас пойду в джунгли, чувствую. Реально, 95-я ночь. Побежали, мне страшно. Побежали за бананами, за шишками. Знаешь, довольно опасно идти в джунгли. Мне кажется, меня преследуют. Реально опасно идти в джунгли, потому что здесь мьюки, пауки, наступлю еще. О, здесь есть проходик, кстати, можно перейти куда-то подальше. Но джунгли, они везде. Нет. Сзади никого нет. Спокойно все. Можно пойти в райское место, но там туземцы меня тоже достанут, мне кажется. Сейчас залезем на пальму, здравомыслие всем падает и падает. Бессонница, 6-й уровень бессонницы. А дождь идет. Гремит гром. Я это слышу прекрасно. Где шишки? Мне нужны шишки. Мне нужны бананы. Я уже на истощении. Ну, пока что есть жизни, но мне нужны бананы. Сейчас.
Во-во-во-во-во-во-во-во, мурашки как бегут. Прям по позвоночнику, прям, знаешь, как страшно. Туземцы, а, райское место стоит, да, вот она, проходик, я пришел к нему. Но я не... О-о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 -
они тоже будут появляться? Так, туземцы, их двое, копейщики. Хм, что же они будут делать? А могу бросать камни, кстати? А, камни, он что же добыть камни? В атаку идем! Ну что, вам страшно? Бей его еще раз! Так, он готов. Минус два туземца. Мяса нет, оружия нет никакого. Ну, полная жесть. Ночь. Так, 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 мне нужны шишки, бананы. Тут змеи, пауки. Я пошел, конечно, очень зря, наверное. Но, понимаешь, это максимальная сложность выживания. Зеленый ад. 96-я ночь. Ух, напугал ты меня, мелкий паразит. Кстати, можно сделать броник из него. Но мне кажется, он слишком маленький, да, для броника. Пойдем, вернемся домой. А нужно все-таки поспать в кроватке. Тут змей бывает, кстати. Бывают змеи. Так, как вернуться обратно? Опасно идти через какие-то кусты. Так, можно подняться наверх. Надержи, туземцы! Каждый 5 минут прибегает ко мне. А что-то строить, что-то уже утать мы, конечно, не будем. Мне просто прожить до сотого дня. Можно просто спать и спать и спать, и бессонница пройдет. Я ребятишки вам. Куда? О, о, пришел, пришел, кстати, да, пришел. А ловушки мои. Туземец, ой, туземец, а... Миском, миском пришел! Черт, я думал, кто-то сзади подошел, подходит. А где? Где, погоди. А... Где мой кабанчик? Куда делся мой кабанчик? Копье, копье срочно. Так, у меня есть топорик. А топорик мне не нужен, мне нужно копье. Четверочка есть копье. Где, где? А вот, нашел его. Ох, напугал ты меня, поросенок, своим пятачком. Миску разделом, идем, тащим домой. Там мясо есть, нужно пожарить, нужно быть возле костра и поднимать здравомыслие. Но чтоб поднять, мне нужно сперва убрать бессонницу. Вон там кто-то был. Вон там кто-то был. Бегут, бегут, бегут! Пускай бегут. Давай за мной, давай за мной. Дымок идет, все чудесно. Сначала пожарим миском. Давай разворот. Ну! Красиво. В полете. Так, еще не бежит. Я не буду бросать копья, я просто буду бить. Потому что копья мои просто исчезнут. Ну, подходи. А, он заряжает. Оп, мимо. Он заряжает, а я в ответку тебе. На, держи. А он за сранец убежал. Исчезает. И моя стрела... А, моя стрела падает вниз. Ну, в принципе, нормально. Можно расстреливать их издалека, чтобы не подходили ближе ко мне. Вот засранцы какие. Меня реально прет. Все, они успокоились. Так, что у нас по костру? Я хочу сварить типа, себе супчик. А есть водичка? Наливай водичку. Давай-ка. Копье, копье мне. Ближний бой, только копье. Так, а где мой копье на единицу? А я копье не забрал. Очуменно. Ну, вроде было у меня копье здесь. Сейчас мы глянем. 4 дня, как я здесь проживу, я без понятия. Так, мясо я принес. Мясо у меня, да, есть мяско. Тут уже мясо приготовилось, кстати. Так, все, нет места. Так, луна поднимается. Где, где? Я ни черта не вижу. Темно очень. У меня где-то было второе копье, была удочка. Я хотел еще, кстати, сходить на рыбалку. Но мне, видимо, уже не получится. А, удочку взяли. А копья у меня нет второго, к сожалению. Туземного. Ну ладно. Порыбачим, кстати.
Да, с крыльца порыбачим. Пойдем, пойдем, покушаем сейчас супчиком. А, покушаем супчик, давай-ка. Свеженький супчик возле костра, здравомысли поднимаем, но скоро будет 7-й уровень бессонницы. Это реально жестко будет, понимаешь? Я не могу. Меня колбасит. Сколько время? Сколько? Мне не хватает шишек. Мне нужны бананы, шишки. Нужно будет сбегать с утреца. Пойдем-ка попробуем поспать чуть-чуть. Чуть-чуть буквально поспать. Меня очень сильно прет. Ух, давай, давай, под навес. Спим до 8 утра и просыпаемся. О, можно пойти на рыбалку, кстати. Какой? 5-й уровень, ну 6-й уровень. Бессонница очень сильно взяла меня за глотку. Все, сильно взяла за глотку и готова меня рвать. Так, что у нас? Прям по мясу. По мясу у нас все офигенно. Мясо мы забираем. А это мясо мы сюда. Мясо сюда. Мясо сюда. Так, у меня очень много мяса, да? 45 килограмм, но, в принципе, не очень много. Так, добыть. Личинки, гусеницы. Я, знаешь, я буду с ними, я буду питаться. Добыть. Еще добыть. Развернись, посмотри, а то бывает ребятишки подбегает внезапно. Так, мясо, а вот тоже добыть. Давай, поиграем, ну. Голоса. В моей голове. Голоса в моей голове. мясо. Мясо у нас 3 дня 7 часов. 3 дня. Так, это у нас... О, мясо скоро испортится. Есть. 4 дня. Смотри, свежий мяском. Хорошо. Мы пойдем на рыбалку. Мне насрать на эти голоса в моей голове. Пиявку уберем и пойдем на рыбалочку. Пей водичку, набирай еще флягу. Все, набрали. Чистая вода. А мне насрать на эти голоса. Возможно, поймаю акулу. Я ж под глюниками, понимаешь? У меня галюники, я могу поймать акулу. При таких сильнейших галюниках у меня может выскочить акула из этого ручейка. Так, рыбка вот есть? Видишь, такая мелкая рыбка. То есть мы сейчас пиявку берем. Я хочу бананы, я хочу шишки. Но это чуть позже. Насрать на бананы, насрать на шишки. А я хочу порыбачить. Так, мы берем удочку. Давай-ка, удочку. Мы берем червячков. Мелких червячков. Где? Погоди. А где крючок? У меня есть крючок вообще? А вот так крючочек. Крючочек. Давай. Ты меня не доконаешь. Я пока нормально у меня. Все нормально. Мы ловим рыбку. Давай-ка. А, так нельзя смотреть в разные стороны. Окей, давай. Рыбка весь маленькая и большая. Кто у нас здесь попадется, интересно? Сейчас мы глянем. Такой маленький ручеек, вот попалась. Нет, не попалась. Давай-ка еще разок закидывай удочку. Нормально. Туземцы прибегают. У меня галюники. Я сижу, ловлю рыбу. Я с ума схожу уже. Ну, рыбка. Там, наверное, нет червячков у меня, да? Да, нет червячков. Сожрали. Так, погоди, есть червячки или нет? Я не понял. А крючок есть у меня? Ну-ка, изготовить. Крючочек мне сделай-ка. А крючочек. Кстати, у меня пиявки, да, есть? Ну, а к черту пиявки эти. Так, крючок у меня есть. Опять крючок цеплять? А в чем проблема? Погоди, я уже цеплял крючок-то. Куда он делся? Ну, давай возьмем большую гусеницу. Вот так. Все, я готов. Давай же, рыбка, ловись. Маленькая, большая. 6-й уровень бессонницы. Вроде туземцев нету. Пока нормально. Мы рыбачим. Видишь, все нормально. Все. Все прошло. Да? Нет, нифига. Не прошло. А где моя рыбка? Рыбка не ловится почему-то. Потому что нас прет. Поэтому не ловится. Ну же, рыбку ловись. Мне кажется, гусеницу я зря сделал. А можно ее, интересно, убрать? О, погода портится. Так, окей. Рыбка не ловится. Черт, рыбку. Пойдем сбегаем за бананами, за шишками. Шишки. О, шишки упали. Сразу я скушаю, съесть. И нужна еще одна шишка. Нет, заберу с собой ее. Так, заберем копье, которое я оставил там. Так, пошел дождь.
Ну, вроде бы нормально. Кстати, как у меня по костру? Мне кажется, скоро потухнет. А костер, костер, костер горит. Дрова, дрова меня спасут. Как раз бегаем за копьем и возьмем, наверное, дров. Спасибо, друг, за твои котики. За комментарии твои тоже спасибо. И что болеешь за меня, мне осталось прожить ровно 4 дня. Да-да-да, осталось буквально чуть-чуть. Но я чувствую, будет потихо. Еще та потихо. Так, зачем мне кусты взял? Пускаем ловушку. Попугайчики. Мы заберем их. Давай сразу добудем мешок. Пиявки. Все, весь грязный в пиявках. А копье нужно забрать. Кабанчики. Брёк-рю, иди отсюда. Вот мое копье. А, выкидываем, выкидываем. Удочку прямо здесь. Она мне уже не пригодится. Так, мне нужно еще бананы. Так, бананы, бананы. Бананов здесь я не вижу. Так, опускаю ловушку. Потом придем, будет у нас мяском. Хотя у нас и так много мяска уже. На 3 дня мне хватит. 99-й день у меня есть мясо. Что ты хочешь со мной поиграть? Так, что у нас по железу? Надо сделать все равно броник. А, броник, броник. Мясо. 3 дня, 5 часов. 3 дня, 4, 18 часов. О, да, хорошо, неплохо. А... печку уже не будем разводить. Черт из два. 6-й уровень бессонницы. Давай прокачаем до 10-го. А зубчики, супчик, кстати, есть. Я не съел его. А я хочу бананы. Ну-ка сбегаем за бананами. Здесь недалеко. Вот бананы вижу. Так, пауков не вижу. Их плохо. Ой, да, паука, кстати, я услышал. Слава богу, я услышал. А мне насрать, знаешь. Вот таким быстрым макаром мы взяли бананчик. Как убрать эту бессонницу? Может, реально просто поспать много часов? До 100-го дня поспать и все. И все, и дело в шляпе. Видишь как? Ну, кстати, днем довольно... О, мясо, мясо появилось. Ну, днем довольно спокойно. Видишь, хотя бы видно издалека. А вот ночью бегут из кустов. Это просто дикость. Так, бананы я взял. Мне нужно скушать пару бананчиков. Так, 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 погоди-ка. Я съем. Да, быть. Последний день я буду питаться гусеницами, личинками. Так, есть одна шишка, я ее съем. Так, мяско, мяско, мяско забираем с собой. У нас на сушильне есть место, сейчас закинем. Я уже выживаю последние дни, знаешь, хотя бы кое-как-то дотянуть до этого 100-го дня. Но я реально сойду с ума, здесь сойду, я уже сошел с ума. Мне кажется, днем еще страшнее. Непонятно, понимаешь, голоса откуда-то непонятно. Никого нет, а голоса есть какие-то. Ладно бы ночью бы голоса в кустах где-нибудь в темных. Так, мяско, мяско, мяско на сушильню. Так, два куска мяса я заберу. А там есть третий кусочек. Давай-ка сюда, все это мяско сюда. Пускай сушится. Мяса реально много. Это радует. К черту сон. Вот реально, к черту сон. Мы будем просто есть мясо. Там много калорий, там много белков. Так, мне нужны еще бананы. Пойдем сбегаем еще за бананами. Они вот там еще растут, я помню. Так, мне нужны палки еще, кстати, чтобы поддержать костерчик. Ууу, сколько здесь мяса. Мяса идут много. Было бы здорово, знаете, поиграть с друзьями. Кооперативчик. Вот реально было прикольно. Сделал одну базу, вторую базу, там один, второй. Но это примерно как The Forest, но тут намного, мне кажется, живописней. Красоты. Мясо. Мясо вижу. Так, в этой речке есть скат? А то я бегаю по речке, и там плавать может скат. Так, палочки, палочки. Собираем палки. Мне нужны палки.
Вот демоны в моей голове. Сколько у меня стрел? Погоди-ка. А у нас много перьев, мне нужно сделать больше стрел, потому что неизвестно, сколько будет туземцев, а дальше... И как придется отбиваться от них. А, выкидывай, так к черту. А, это тоже мне не нужно. Кости выкидываем. Давай-ка сделаем сейчас мы стрелы. Пока рассвет, мне нужно вооружиться хорошенько. А мяса мне не надо. Пиявки у меня есть, это замечательно. Пиявки есть, нормально. Так, мне нужно палочки. Есть палки. Длинные палки. Добыть. Сейчас добудем, сделаем много стрел. А бревно добыть. Мне уже никакие запасы не нужны. Все. Все. Финальный аккорд уже скоро будет. Так, добыть. Осталось всего лишь мне 4 дня прожить. Голоса будут донимать мне до конца. Так, мне нужны мелкие палочки. Ну-ка, давай-ка добудем. Перьев у нас много. Сейчас сделаем стрел. Ну, штук 10, 15 мне надо сделать стрел. Если что, ночью будем раскидываться. А где можно просто поспать и все. Так, уже темнеет. Кажется, уже 2 часа. Да, 2 часа, видишь, я уже ориентируюсь довольно неплохо. В джунглях Амазонии. Так, мне нужны перья. Мы сейчас засядем вот здесь, чтобы меня не смогли достать туземцы, если что. И мне нужны перья изготовить. Так, места хватает мне? Ты какую палку бросил? Не ту, мелкую. А места хватает для стрел? Ага, пока что хватает. Так, банку выкинем. Это мы сюда уберем. А у меня и тут есть перья, кстати. Изготовить. Сейчас держитесь, ребятишки. Я вас расстреляю. Какие-то гномики в моей голове. Гномики появляются. Так, можно взять, а знаешь, с собой взять и забиться в угол, чтобы меня не смогли ударить. Потому что не очень-то и приятно. Он мне говорит, заткнись. Я тебя найду. Кстати, они же пробегают насквозь этих домиков. Я и забыл. Мне страшно, друг мой, страшно. А тебе страшно, пиши комменты. Потому что мне реально страшно. Еще и дождь наступил. Если их нету, то они скоро появятся. А, к черту, их пока нету. А, изготовь быстренько. Так, сколько у меня уже стрел? Ну, вроде бы не достают. Но напряжение держится очень сильно, понимаешь? Чисто психологическое. Очень сильное напряжение. Так, у меня уже падает энергия. Я хочу уже спать. Да погоди, что у меня там, пиявка, что ли, реально засела? Это пиявка присосалась или что-то у меня ранение какое-то? Наверное, одна штука пиявка, да? А, одна штучка, видишь, какая у меня интуиция. Так, 7 уровень, бессонница. Сейчас будет сразу минус, и сейчас попрут туземцы. Так, сколько у меня стрел? Я готов отбиваться. 10 стрел у меня есть, а 7 перьев есть еще у меня с собой. Нужно их добить, чтобы мне не было перьев, не мешались. А, все что ли? Все, перьев больше нет, он здорово. Ну давай, атакуй меня. Где вы, ребята? Я вас не вижу. Ребята, выходите. Зассали что ли? Так, погодите, мне нужно перекусить. Так, поднять, что нужно поднять? Мясо есть? Мясо надо. Бананы хочу еще. Бананов, кажется, нет. А нет, бананы есть, кстати. Бананчики. Это мясо подгоревшее. А мы его скушаем. Так, это испорченный. Я добуду. Добуду гусеницу оттуда. То тоже добуду. Сейчас мы нажрёмся гусениц еще. Так, энергии мало, я не смогу отбиваться. Мне нужно будет поспать сейчас. Хотя бы чуть-чуть поспать, но у меня 7 уровень. Да? Нет, еще нету. Шишки упали. Ну давай же, атакуй! Так,
Ты не ты взял, мне нужно было отпустить ловушку. Хрю-хрю. Все нормально. Смотри, голоса прошли. Все офигенно. Так, энергии нету. Энергии нету. Что у меня по мясу? Мясо готовится. Здесь мясо готовится, все полно забито. Тут у нас и есть мясо. У меня тут мясо. Ведь 4 дня, кстати. А это мясо нужно скинуть. Так, погоди, это мясо я скину сюда по 4 дня. А вот старое мяско я возьму и буду есть сейчас. Вот так. А это мяско 3 дня. 3 дня. 2 дня. Съесть. Съесть. Все нормально, да? Да, все нормально. Смотри, 6-й уровень и 7-й не поднимается. Да нет, они просто со мной играются. Все нормально. Ну, орут где-то, ну, подумаешь. Ну, смотри, 6-й уровень, а 7-го-то нету. Все уже. Максимально 6-й, а я думаю, будет реально пожестче. 10-й, 15-й уровень бессонницы. Так, мне нужны еще бананы. Бананы вы где? Бананы нужны. Срочно. Пока еще не совсем стемнел. О, кстати, топорик. Тот самый топорик, который я бросал, да? В туземцев здесь. Вот засранцы вы какие. Голоса в моей голове. Сейчас выбегает туземцы такие. Или выбегает хрюкалка и начинает со мной разговаривать. Тогда было бы прикольно. Так, я ищу бананы. Я ищу еще шишки. Сделаем кружок, вернемся обратно в лагерь и будем спать. Так, мясо есть с собой у меня? О, погоди-ка, у меня тут есть еще добыть гусеницу. Погоди, почему не падает у меня больше... здравомыслие уже упало полностью. Не упала бессонница еще. Погоди, мы сейчас дело поправим. Видишь? Минус. Минус один. Куда я уже в минус? Я и так уже конкретно стал дикарем. О, фрукты свежие. Подвезли. Опять пиявки, что ли? О, личинки, я возьму вас всех. Я возьму вас всех. Так, возвращаемся. Тут бывают змеи, кстати. Мне вот змеи сейчас вообще не нужны. Бежим, мне страшно. Только не упасть, не разбиться. Ай, муравьи, зараза! Ничего страшного. Это всего лишь муравьи. Окей. Так, вон мой лагерь. Он там должен быть. Бананы я не нашел, к сожалению. Так, туземцев нету. Все нормально, все на месте. Пойдем-ка спать. У нас, правда, эти муравьи покусали, но это дело пройдет и без перевязки. А пойдем спать и набираться сил, энергии. И бессонница, возможно, кое-как чуть-чуть да пройдет. Но нужно поднимать здравомыслие. Ну, если поднимать здравомыслие, бессонница за сторону... Нас убивает! Ух, как страшно! Стало сразу. Сколько времени стоит? Я просмотрел. 2 часа ночи. Слушай, я хочу спать еще. Мне страшно, я хочу пойти поспать. Я. Погоди. Дай напиться мне воды. Дождь идет. Ночь. 2 часа ночи. Интересно, чьи голоса еще страшнее? Напиши комментарий. Либо мои звуки, либо эти звуки в моей голове. То есть в голове нашего персонажа. Погоди, я хочу покушать. Я сейчас как раз поспал слегка. Но у меня уже 5-й. Ну, 6-й уровень. Нужно, понимаешь, спать очень-очень много. По 8 часов нужно спать. И минус 1 уровень бессонницы. Давай, ребята, подходи. Смелее. На рожон. Ну, засранцы какие. Не идут. Смотри-ка, они реально не идут ко мне. Друг мой, уже будем с тобой прощаться в этом ролике и продолжим в следующем ролике. Обязательно. У нас 97-й день выживания. Осталось буквально нам 3 дня. 3 дня, понимаешь? И
будет сотый день. Насколько будет все опасно или страшно, ты увидишь в новых роликах по зеленым аду вместе со мной. Спасибо, что смотрел до конца. Тебе удачи и пока.